Ложь и манипуляции официальной Варшавы выходят на поверхность. Патриоты Польши попросили прощения за действия Дуды и Моравецкого. Поляки признают, что властями ведется плановая антибелорусская политика. И обещают нам, белорусам, что когда польский народ придет к власти, они обязательно отловят беглых продажных марионеток, которые в свое время предали нашу страну. Мы хотели у вас попросить прощения за то, что те преступники, потому что именно так их нужно называть, учатся в Польше за наши деньги, без нашей воли. Если бы мы с Мартином завтра переняли бы власть, вылавливаем весь штат так называемого Белсата, запаковываем стальные решетки и нежно отвозим в Беларусь, чтобы случайно не сказали, что нанесли им какой-то вред. Вред нанесете им вы. А знаете почему? А потому что у них в плане есть уничтожение всего того, чего вы достигли, уничтожение ваших семей, сделать из вас потребительский скот самого низкого качества, сделать из вас рабов. Патриоты Польши отмечают, белорусы подвержены очень подлой пропаганде. Цитата. «Эта пропаганда ведется систематически, спланирована и за огромные деньги. Для вас готовят новое антисистемное руководство, которое финансируют и обучают», подчеркивают поляки с активной гражданской позицией.